Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич. Я врач-венеролог-уролог. И сегодня мы поговорим об мазках из уретры. Мазки из уретры наиболее часто берутся для определения различных половых инфекций. Очень многие мужчины часто боятся мазков из уретры. Однако, во-первых, есть методики безболезненного забора мазочков. Второе, если все-таки болезненность наблюдается, то есть специальное средство, называется катеджир-гель с лидокаином, которое вводится непосредственно после мазочков в мочеполовой канал, и те страдания, которые мужчина переносит после мазка из уретры, они, в принципе, значительно уменьшаются, теперь пропадают совсем. Соответственно, какие мазочки из уретры вообще берутся? Ну, во-первых, берутся они вот таким одноразовым зонтиком. Первое, берется мазочек на стекло. На стекле смотрится воспаление лейкоциты, смотрятся такие инфекции, как гонорея и трихомониаз, смотрится в ряде случаев, когда это очень хорошо видно, кандида и гардерелла. В большинстве случаев все-таки эти инфекции не видно, потому что они протекают в скрытом состоянии, особенно у мужчин. Второй и основной анализ тут тем же зонтиком берется в пробирку. В пробирку берется так называемый ПЦР-анализ. ПЦР-анализ – это мазок из уретры, где ищутся все половые инфекции, ряд бактерий, не относящихся к половым инфекциям. Смотрится та внутренняя структура ДНК этих возбудителей. Соответственно, в лаборатории сначала многократно вот содержащаяся в пробирочке ДНК умножается или клонируется, а затем сравнивается с образцами уже известными возбудителей. Если соответствует ДНК, содержащаяся в пробирке, и ДНК возбудитель, ставят обнаружено. Не соответствует, ставят не обнаружено. Методика достаточно быстрая, в течение 2-3 дней исполняется. Методика достаточно достоверная, до 99-100% достоверности. Ну и, соответственно, достаточно давно применяемая. И, наконец, последний мазочек из уретры – это посев. Посев берется вот такую продолговатую пробирочку или в чашку Петри специальную. Там происходит выращивание бактерий, в основном реже грибков, на питательной среде для образования колоний и проверки на чувствительность к тем или иным лечебным препаратам. Соответственно, здесь этот анализ употребляется в основном для лечение хронических случаев или самолечение предварительного, когда доктор не знает, что назначить, какое из действующих средств назначить, и, соответственно, он назначает посев, после этого как видит, на что же все-таки нужно действовать, каким конкретным препаратом, тогда назначает уже лечение. При необходимости сдачи любых мазков из уретры обращайтесь к венерологам нашего медицинского центра платной КВД. У нас, ввиду того, что мы сотрудничаем с 5 различными лабораториями, самый широкий объем анализов мазочков из уретры. Есть экспресс-мазочек из уретры в течение 20 минут на гонорею трихоманта на стекло. Также наши венерологи обладают авторской методикой безболезненного забора мазочков у мужчин. То есть вот гель как раз можно не применять, потому что наша методика абсолютно безболезненная. Кроме того, при обнаружении любых инфекций, наш врач-венеролог сразу же назначает лечение, что позволяет избежать различных осложнений от тех или иных инфекций. Поэтому при необходимости сдачи любых мазков из уретры или мочеполовых органов у мужчин и женщин обращайтесь в наш медицинский центр платной КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.